Звонят, я должен ответить, и потом продолжим, друзья. Продолжаем наше поклонение. Вот, но поскольку я прервался, и я хочу вас всех поприветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя! Попросить благословения у Бога. Для вас, для нас всех. Впрочем, мы для этого выходим в эфир. Мы для этого выходим в эфир, для того, чтобы взять у Бога благословение. Ну, как взять? Не насильно, конечно, потому что есть законы, духовные законы, по которым Бог выдает свои благословения. Как праздничные подарки Дед Мороз, да простят меня... Верующие за такое сравнение, ну, оно не на пустом месте, потому что сейчас у нас в Израиле вот только-только прошел Новый год, сейчас у нас начались грозные дни, дни трепета, до Йом-Кипура, в соответствии с иудейской традицией эти дни трепета, это на Новый год, собственно, выносится человеку приговор, в соответствии с тем, как он себя вел в течение года прошедшего. А в Йом-Кипур, в судный день, этот приговор утверждается. Поэтому вот эти дни, 10 дней, Новый год, и один день Новый год, один день Йом-Кипур, и 10 дней вот этих, и 7 дней, плюс эти 3 дня. Это называется дни трепета, когда человек в трепете ожидает приговора суда небесного, небесной канцелярии. Но это в иудаизме, друзья. Иудаизм – это как бы
предтеча христианства. Христианство появилось из иудаизма. Иудаизм, религия евреев, подготовили почву для прихода Машиаха. И когда Машиах пришел к евреям, по промыслу Господнему, глаза евреев были удержаны, они не приняли его как Машиаха, отвергли. Лишь малая часть евреев приняла Машиаха, и они составили первую церковь, которая дальше стала проповедовать по всему лицу земли. Вот. И нам, верующим в Машиаха, еврейского Машиаха, по-гречески его зовут Иисус Христос, по-еврейски его зовут Иешуа ха-Машиах, верящего в него как своего спасителя, вот эти дни, грозные дни, нам опасаться не нужно. При условии, конечно, если между вами и Богом есть мир, есть добрые отношения, при условии, если вы находитесь в нем, то есть вы не в отпадении, вы не в заблуждении, вы не в обольщении, тогда, конечно, это свои случаи, да? Или вы отошли от Бога. Вот этих случаев мы не касаемся. Мы говорим о том, когда между Богом и вами есть мир, вы это чувствуете, вы слышите Бога, слышите Его голос, есть мир, и, конечно же, мы на суд Божий не приходим. Как об этом написано в Новом Завете, верующие в Иисуса Христа, принявшие Его как своего Спасителя, они на суд Божий не приходят. И нам не нужно ожидать грозного осуждения от Бога. Но все равно это время Нового года, оно тоже полезно для нас, для того, чтобы взвесить свои пути пред Господом, исследовать себя, верили мы стоим. И в совете с Господом решить какие-то планы, мечты. Ведь совершенству нет предела, друзья. Вы понимаете, что совершенству нет предела. Но чем христианство отличается от иудаизма? Хотя, наверное, это даже неправильно разделять эти религии. Ну так уж исторически сложилось. Знаете, я немножко почитал сегодня иудейских текстов. Насколько иудеи серьезно относятся к религии, я имею в виду настоящие иудеи, ортодоксы, насколько для них это важно, насколько там много мелочей, много знаний, вот то нужно, то не нужно, вот так делать, а вот так не делать. Знаете, это все, это очень важно. На самом деле серьезное отношение к Богу, это как раз то, чего Бог от нас добивается. Должно быть равновесие, равновесие прав и обязанностей, благодати и ответственности. Потому что без этого равновесия, закона и благодати, без этого равновесия человек впадает, как правило, в обольщение. Когда нет понимания твоей ответственности, нет понимания того, кто ты перед Богом, кто есть Бог для тебя, а Он остается все-таки. Остается грозным судьей. Да, для нас он любящий отец. Это правда. Но вторая сторона – это грозный судья. И Бог, так и написано, что Бог, кого любит своих детей, того наказывает. Поэтому мы не должны, как говорится, слишком уж расслабляться из-за того, что верующий на суд не приходит. Бог продолжает работать с нами. И вот Бог, можно сказать так, те, кто не приходят на суд там, после смерти, или вот в эти дни, когда Бог судит в иудаизме душу, Бог их судит в христианстве, говоря так, в Иешуа ха-Машиахе, во Христе,
Бог их судит фактически ежедневно. Помните, время начаться суду с Дома Божьего. Бог судит нашу душу каждый день. Для человека фактически есть испытание. А что вы думали? Труден путь в Царство Небесное. Многими скорбями надлежит нам войти в него, как пишет Библия. Поэтому мы не расслабляемся, стараемся не расслабляться. И хоть и знаем, что мы на тот суд не попадем, что фактически спасение нам обеспечено при условии, если мы сами будем держаться за Бога, Бог нас не оставит, Он нас избрал. Не будем расслабляться, будем наоборот утверждаться в спасении, в хождении перед Ним, познавать Его, искать Его лица вновь и вновь, искать Его присутствие Шехины, искать Его помазание, наполняться благодатью укрепляться, укреплять свои сердца, души благодатью Божией, любовью Божией, укреплять себя Словом Господним. Ну и, конечно же, прославлять Господа. Чем мы сейчас и займемся? Поисками Бога, прославлением. И даст Бог, мы поговорим сегодня, почитаем Слово Божье. Время, слава Богу, есть. Аллилуйя. Вечно.
вся кровь явилась, прославлять твои дела. Господи, дела, велик, ты прекрасен, ты велик, и другого нет, как ты, и другого нет, как ты. Ты велик, ты прекрасен, ты велик, и другого нет, как ты. Подобного тебе, Yeah.
активное здесь присутствие Шахины, Господне присутствие. Спаситель дорогой. В эти дни, говорят евреи, в дни грозные, в дни трепета, между Йом-Кипуром, между Рош-Хашаной и Йом-Кипуром, особенное присутствие, особенная близость Божья. И вот в эти дни, по традиции иудаизма, считаются самые благоприятные дни для того, чтобы искать Господа. Искать Господа, ибо Он близок. А вообще, чем отличается христианство от иудаизма? Это, конечно же, тем, что перефразируя Александра Меня, можно сказать так, что иудаизм – это поиски Бога, это попытка угодить Богу, а христианство – это ответ Бога на эти попытки. Поэтому христианство – это построено на благодати, а иудаизм построен на законе. И как иудеи впадают в крайность законничества, потому что закон легко превращается в законничество, когда фокусом и целью закона становится он сам. Не законодатель, который должен быть целью. Господь должен быть центром. Если Господь перестает быть центром, отношения с Ним перестают быть главными, то закон превращается в законничество, крючкотворство. То, о чем говорил Иисус, правило на правило, закон на закон. И лживая трость книжника все искажает. Есть такая крайность в иудаизме, как законничество. Впрочем, оно есть и в христианстве. Но в христианстве есть и другая крайность, связанная с благодатью. Когда, вот о которой я уже говорил, когда человек настолько расслабляется, что он перестает бодрствовать духовно и впадает в обольщение, в заблуждение, и впадает в такие грехи, которых даже язычники не знают, которые дикие даже для язычников, то есть неверующих в единого Бога. Вот к чему приводит благодать. Свобода, ничем не ограниченная свобода. Есть такие даже течения в христианстве, еретические учения, течения Great as Grace, например, Великая Благодать, которые учат о том, что греши сколько хочешь, все равно Бог тебя спасет. Ну, это же, конечно, ни в какие ворота не лезет. Поэтому христианство отличается от иудаизма благодатью. Но христианство должно быть уравновешено. В христианстве должно быть благодать уравновешена законом. Понимаете? Любящий Бог должен всегда быть понимаемым и как Бог строгий, и как Бог судья, который нас судит и который нас наказывает за наше прегрешение. Но об этом мы будем сегодня читать, Слово Божье. А пока мы еще прославим Господа, поклонимся Ему в великолепии Его святости. Полна вся земля.
тоску. Ты поешь, полна вся земля славы Господня, а я ее не вижу. А где эта слава? А я наоборот вижу. Скорби, беды, горечи, войны, насилие, обман. И тоже будет прав. Кто что видит, друзья. Вы знаете, Бог открывается не всем. Бог открывается не всем, Бог избирает не всех. У него свои на то есть резоны. Я думаю, я могу ошибаться, что Бог избирает тех, кто готов. Кто готов, кто прошел определенные испытания, скорби, страдания и воззвал Господу за спасение. И тем Господь открывается, и тех Господь очищает. И вот те люди, которые очищены Господом, сердце которых очищено, вот они способны видеть славу Божию. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Понимаете, друзья, земля действительно полна славы Божией, но это способны видеть только те, кто чист сердцем, очищен сердцем. Ну, с чем это можно сравнить? Это можно сравнить, что вы идете по дороге там, в лесу или среди полей, вы идете по грязи, дорога очень грязная, буквально с трудом вытаскиваете
сапоги из земли, под которой обвисает комьями грязи. И вот вы подошли к горе. И вы начали подниматься, и вы очистили свои ботинки, вы очистили, чтобы вам легче было сапоги свои подниматься, не тащить за собой вверх эту грязь. И вот вы поднялись на вершину и посмотрели с вершины вниз. И вы увидели прекрасную, красивую землю. Ну как так, казалось бы? Та же самая земля, вот вы видели ее грязь. А с высоты она смотрится прекрасно. Ровненькие квадраты полей, голубые блюдца озер, очень такие аккуратные домики, крыши домиков. С высокой горы оно так выглядит очень красиво и привлекательно. Это, конечно, образ, но в этом образе подмечена самая суть. Человек чистый сердцем видит Бога. Бог поднимает его на эту высоту духовную, с которой и видна слава Божья, красота творения Божьего. Поэтому в одном и том же мире живет беззаконник и праведник. Но они по-разному воспринимают этот мир. А беззаконник воспринимает мир через призму своего беззакония. Он видит грязь, а праведник видит чистоту. А смотрит на одно и то же. Для одного земля полна зла, для второго земля полна славы Божьей. Вы знаете, это очень интересная тема, потому что люди часто вот думают, что они жизнь и мир воспринимают одинаково. Они видят то, что и другой видит. На самом деле это не так. На самом деле это не так. Я убеждался много раз, и недавно супруга моя говорит: «Саша, что со мной происходит, я не понимаю». Я, говорит, вчера отбивала на работе картиз, я взяла картиз, я видела своими глазами. Я видела своими глазами, что там написана моя фамилия. Я отбила картиз, ушла, мне позвонили, сказали, что ты отбила не свой картиз, чужой. Что происходит, я не понимаю. А я сказала, я думаю, что просто человек видит, как человек видит. Человек видит, как и поступает. А поступает человек часто в силу привычки, на автомате. На самом деле она посмотрела, взяла этот картиз, и автоматически, как она увидела то, что видела вчера, позавчера, месяц назад. То есть она не увидела это сегодняшним зрением. Она посмотрела на шаблон, на автомат. Ей показало, автоматически ей показалось, что она увидела свою фамилию. Понимаете? Это удивительно, да? Человек, который не сталкивался с этим, в это, возможно, не поверит. Но это так, мы смотрим тоже, наше зрение, наш глаз замыливается. Но люди могут видеть и видят этот мир по-разному. В соответствии со своей верой, в соответствии со своей мерой веры, с тем, что им открывает Господь. Вот открывает Он нечто большее. Ну, к примеру, простой пример. Идет спортивное соревнование. Вы не знаете результата. Вы не знаете результата. Вы смотрите как бы одними глазами. А потом, то же самое, когда оно закончилось, футбольный матч, к примеру, вы пересматриваете его в записи. И вы видите уже другое. Вы знаете результат. Вам открывается нечто. Вам открывается то, чего вы не видели, когда вы не знали результата. Вы уже смотрите иными глазами. То же самое можно сказать, почему люди перечитывают по много раз полюбившиеся книги. Там, «Война и мир» Толстого, кто-то читал много раз. Почему? Потому что каждый раз открывается нечто новое. Библию вот мы читаем, и каждый раз в ней что-то открывается новое. Когда мы читаем ее
ведении Божьем. Сегодня мы будем читать Библию, ну а пока мы еще прославим Господа, время позволяет. Я хочу спеть одну песню, и мы перейдем к чтению Слова Божьего. Это я вам уже пел эту песню.
эта песня родилась недавно. Слова этой песни написала Лея Руданская, которая поет в группе прославления нашей церкви. Ну, а музыку написал Максим Фадеев, известный композитор. Вот я хочу вам продемонстрировать, кто не слышал еще, что получилось из этой песни. Так. Сейчас я ее найду. Моя нежность, ты мое небо.
где, где бы я ни был, ты мое сердце, ты мое чудо, обними нежно, и с тобой вечно буду, ты моя нежность, ты мое небо. Лидия, я вас приветствую. Вы пишете, что вы едете в трамвае. Так, хорошо. Пока вы едете в трамвае, мы еще попоем. И потом почитаем Библию. Que em Baumacinha
вин молчим. Отец наш и царь наш, ты даруй нам милость. Нашим делам на праведность пошли и милость сотвори, на праведность пошли и милость Божия помилуй нас, Божия помилуй. Сейчас не Боже, помилуй нас, потому что нас Господь помиловал. Будем петь Боже, помилуй их, имея в виду и членов наших семей, которые еще не спаслись, и которым нужна милость Божья. И тех людей, за которых мы молимся, которые еще не познали Бога. Сегодня это я молю о милости к ближним своим тебя. Вся надежда на тебя. Эль-Шадай, Эль-Шадай. А сегодня это я молю о помощи тебя. Вся надежда на тебя. Были слепы наши очи, были дни чернее ночи, наш Господь нас просветил, очи разум открыл, и мечту о рай дал, и ты мне все предвосхитил. Спаситель, Дух Святой.
Посмотри, царствуй твоей,
Господь, возрадуется вся земля, и смыху шава им веселятся небеса. Царствует вовек Господь, возрадуется вся земля, море вошумит, ибо благ Господь. Море шумит, и все, что в нем. Море шумит, и вой Господь. Море шумит, и все, что в нем. И смеху гашаваем, и смеху гашаваем, и смеху гашаваем. В это Сейчас, я думаю, самое время приступить к чтению Библии. Паша Рунов подключился. Приветствую, Паша, приветствую. Если у тебя есть время, мы сейчас почитаем Библию, и ты потом можешь подсоединиться, и мы с тобой можем обсудить либо текст прочитанный, либо какие-то темы, может быть, у тебя новости какие-то есть духовные. Мы бы могли с тобой поговорить. А сегодня у нас по плану третья глава, она небольшая, думаю, долго мы на ней не задержимся. Аллилуйя, рабащи текира. Пишите, друзья, ваши комментарии, может быть, молитвенные просьбы какие-то есть. Пишите, мы будем это делать с Божьей помощью. Итак, Евангелие от Матфея, мы две главы прочитали, сейчас третье. Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Мы благодарим Тебя за все, что есть в нашей жизни, это, ибо все это Твои дары. Мы благодарим Тебя, Господи, и просим сейчас открыть нам ум к разумению Слова Твоего, накормить своих детей. Накормить своих детей Духом Святым, открыть нам, дать нам новые откровения, даровать нам то, что необходимо нам для духовного роста, для дальнейшего пути следования за собой, для дальнейшего совершенствования. Во имя Иисуса Христа подай нам Духа Святого сейчас. Амен. Итак, в прошлой главе мы, напомню, читали о том, как в прошлых двух главах родился Спаситель миру, и как его хотели же сразу по рождении, Ирод хотел его убить, как будущего своего конкурента,
на царский трон. Но Бог в виде ангела предупредил. Родители, и они убежали в Египет. И потом, когда Ирод умер, они вернулись. И вот мы пишем, и ему, мы читали о том, как ему принесли дары, рожденному Мессии принесли дары язычники, волхвы, неевреи. Потому что им было открыто, что царь иудейский, Машиах, он же есть царь для всего мира, царь царей, Господь господствующих, спаситель всего мира, спаситель не только евреев, но и всего мира. И по Божьему промыслу спасения именно евреи не приняли Христа, из-за чего распяли его и убили, об этом мы будем читать дальше, из-за чего ученики Христа вынуждены были идти дальше, проповедовать Евангелие, благую весть, что Евангелие переводится как благая весть, до краев земли. И таким образом они заквасили всю землю Словом Божьим, наполнили Словом Божьим всю землю. А евреи, которые отвергли Христа за малым остатком, который составил, собственно, первую церковь, евреи стали последним в этом мире. Буквально Бог поместил их в хвост. Первые стали последними. Первые – это значит в том смысле, что Бог первым избрал евреев, как избранный свой народ, и даровал им познание о себе. То есть евреи были первые монотеисты, те, кто верили в единого Бога. Итак, первые стали последними, а последние язычники, приняв Христа, стали первыми. Но это же диалектика постоянная. А первые сейчас могут обратно стать последними. Когда Бог откроется Израилю, Он обратно вознесет его во главу угла. Сделает первыми. Понимаете? Израиль в Слове Божьем, именно природный Израиль, потому что вот Паша, я знаю, в этом со мной не согласен. Он считает, что евреи те, кто только по духу, духовные евреи. Это и так, и это и не так. Так, потому что именно к духовности призывает Господь, а не так, потому что все-таки Господь не бросает детей своих, тех, кого Он сначала призвал. И об этом пишет Павел в своем послании к римлянам. Он говорит, что, обращаясь к язычникам, ты дикая ветвь, привита к культурной маслине, к культурному народу ты привита. Ну, Бог отломал некоторые ветви этой культурной лавины, оливы, маслины, отломились неверие. А ты привит на место их, верой. Но Бог силен и их привить. Поэтому не гордись, дикая маслина, а бойся. Бойся. И, конечно, Бог возвращается сейчас к своей культурной маслине, к тем отломленным ветвям, которые были в Галуте. 2000 лет они не имели своей страны, 2000 лет они не имели своего государства. И сейчас они восстановили в 1948 году, 1948, Бен-Гурион провозгласил Декларацию независимости, и это точка является, день является днем возрождения Израиля. Как Господь и обещал у древних пророков. Ну, мы немножко отвлеклись от темы. Это так я погрузил немножко вас в общий исторический контекст, в общий библейский. А мы читаем о том, как Иисус Христос пришел 2000 лет тому назад в Израиль, как Он появился в Израиле, как Он родился, какие обстоятельства сопровождали Его на этом пути. Читаем. 3 глава, 1 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу прямым, сделайте стези Ему. Вы знаете, у евреев есть такой праздник, который называется Песах. Ну, это тождественно Пасхе христианской. Так вот, в этот Песах, когда готовят этот Песах, ставят специально бокал вина для пророка Илии, и ставят ему посуду, с которого никто не пьет. Почему? Потому что евреи ждут этого пророка Илию, потому что по пророчествам, вот, которые я почитал, и по другим пророчествам, перед приходом Машиаха опять должен прийти Илия. Ну, поскольку евреи не верят в то, что Иисус Христос есть Машиах, им пока это не открыто, пелена Моисеева, покрывало Моисеева на них лежит, как говорит апостол Павел, они ждут Илию. Ну вот этот Илия, то есть человек-пророк, Илия же уже был, да? Имеется в виду человек в духе Илии, в той силе. А Илия делал большие знамения, чудеса, да? И Бог его забрал в колеснице на небо. Он не умер человеческой смертью. Вот в этом духе Ильи пришел Иоанн Креститель. Предтеча его называют, предтеча. И он пришел с такой проповедью. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Перед тем, как... И это закон, перед тем, как приходит Бог, не имеет значения к народу или к отдельному человеку, человек должен покаяться. Бог дает покаяние душе человеческой. Вот я помню, у меня было это такое покаяние. Перед тем, как уверовать в Бога, перед тем, как Бог явился мне, точнее, вы знаете, даже немножко не так. Я сейчас попытаюсь восстановить события, как они были в моей жизни, чтобы вы знали, что тут, в общем-то, нет строгого какого-то такого правила, но есть общие правила. Покаяние обязательно. У меня тоже был свой Иоанн Предтеча, свой Илья. Когда я в жизни испытал личностное банкротство, то есть когда я зашел в тупик, я не знал, зачем мне жить, это было на рубеже 30-летия моего, 29 лет, Бог меня сокрушил. Таким образом, Бог во мне создал нужду и жажду по Спасителю. По Спасителю. Я вынужден был нуждаться, искать спасение. Понимаете, почему многие люди живут без Бога? Да потому что Он им не нужен. Они живут своими интересами, они живут своими нуждами. Поэтому Бог сначала, перед тем, как явиться Ему, сначала сокрушает человека, подводит его к точке, вот такой, как у меня, личностного банкротства. Либо, вот говорят, к Богу часто приходит на войне, когда жизнь на волоске. Вот в такие моменты, когда человек уже не может на себя надеяться, ему нужна помощь свыше. И из людей ему никто не может помочь. В такие моменты. И Иисус посылает своих учеников именно к таким людям, к сокрушенным сердцем, там, к бомжам каким-то, да, в больнице, к страдающим. Почему? Потому что не страдающий человек, человек, не находящийся в ситуации нужды, ему Бог не нужен. Понимаете? Вот тут важный урок. Бог должен этого человека сначала сокрушить, подсечь его бедро, как он подсек бедро Якову, с которым боролся в ночи. И остался Яков один, помните, и боролся с Богом ночью. Подсечь должен
опору, Бог должен подсечь опору человека на самого себя и на какие-то земные обстоятельства. Подсечь. И когда человек понимает, вот мы сейчас молимся за своих родных, и мы знаем, что некоторые наши родные и близкие находятся в такой ситуации, что им никто не может помочь, кроме Бога. Мы тоже не можем им помочь. И мы просто нуждаемся в Боге, чтобы Бог совершил свое чудо. И мы молим и просим Бога об этом, ходатайством о них. Так вот, у меня был свой Иоанн Креститель. Его роль для меня выполнил русский религиозный философ Николай Бердяев. Конечно, не он сам, не он лично, потому что он уже умер, отошел в мир иной, а его книги. Я читал где-то долго, около полугода, я читал перед своим покаянием, я читал книгу Бердяева «Опыт оправдания человека». «Философия свободы», две книги «Опыт оправдания человека». Я читал долго, полгода, потому что почему? Потому что у меня ум был атеистический. То есть мировоззрение у меня было атеистическое. И Бог должен был подготовить, как написано, прямыми сделать стези ему, подготовить меня, мой ум. Я воспитывался в атеистической семье, родители у меня были коммунисты, атеисты, в атеистической школе в Советском Союзе, в атеистическом институте. Я изучал историю, у нас был предмет научный атеизм, поэтому понятно, что я был атеистом. Понятно, что я был атеистом, и нужно было меня Богу подготовить, прямыми сделать стези ему. И он послал мне в руки книгу, которую я читал, изучал, Николая Бердяева. Я читал, пока я читал эту книгу, я стал понимать, что Бог на самом деле это не старичок, который сидит на облаке, в которого, естественно, я не верил. А Бог это всемогущий дух, который пронизывает собой все. И я знакомился с такими словами, как откровение. То есть подготавливался, постепенно мое мировоззрение менялось. И когда я уже был готов, ко мне пришел Бог ночью. Во сне, ну, как во сне, я проснулся от сна из-за дикой головной боли. Я воскликнул, вскричал первую в своей жизни молитву: «Господи, за что? За что эта боль?» И после того, как я вскричал, боль утихла. Помните, как написано в Библии? «Призывающий имя Господне, тот спасется». Я призвал Бога, и он забрал боль. А я в комнате чувствовал его незримое присутствие. Вот я не знал Бога, казалось бы, атеист. Но я чувствовал, что в комнате кто-то присутствует. И я знал на 100%, на 1000%, что это был именно Бог. Откуда я знал? Ну, теперь я понимаю, что Бог был всегда с человеком, с самого рождения. Бог присутствует в человеке, но человек не знает об этом. Но когда вот как тревога, тогда Бога, он призывает конкретно Бога, Бог является, человек его узнает. Так, вот Лидия Кайнс пишет: у нас тоже в техникуме был научный атеизм, но я все равно верила, что Бог есть. Мне бабушка об Иисусе рассказала. Ну, мне об Иисусе никто не рассказал, но, правда, в детском возрасте меня мама тайно покрестила в украинском селе. Тайна от папы. Почему? Папа был военнослужащий, тоже коммунист. А видно, мама моя тоже была коммунисткой, но бабушка моя, бабка настояла, Царство ей Небесное. Видно. И меня втайне покрестили, втайне от папы. И мама рассказывает, что после этого я стал гораздо спокойнее. То был сорвиголова. Но я был атеистом все равно. Но меня просто предали Богу родители. Мама предала Богу, и Бог стал обо мне заботиться. Вот так я это себе объясняю. Ну и дальше что было? Я встретился с Богом, головная боль прошла.
я уснул, а на утро я проснулся уже другим человеком, я проснулся верующим человеком. И Бог говорил ко мне, я слышал Его голос, я стал писать стихи, которые начали из меня литься, как из рога изобилия, и я чувствовал, что это Бог во мне пишет стихи, это не я, Он диктует мне слова. И Бог меня побудил читать Библию, я начал читать ее с Нового Завета вот как раз. И вот когда я читал об Иисусе Христе, мне вдруг стало стыдно. Я даже написал такие слова. «Быть травою непримятой» – такие стихи. «Быть травою непримятой, если есть еще такая, лишь бы не быть виноватым, в жизни глаз не поднимая, раствориться б до молекул, лишь бы не быть человеком». Настолько мне было стыдно. Я читал об Иисусе Христе, я себя сравнивал с Ним. И я говорил, думал так, вот смотри, живет человек чистой, святой жизнью, так и должен жить всякий человек. А как живешь ты? Грязно, потому что у меня было много грехов. И мне было ужасно стыдно. Я готов был провалиться под землю. И это состояние стыда где-то длилось у меня неделю, вот этот период покаяния. А потом, после этого, когда я продолжал читать Библию, когда я прочитал слова «Ты, вот стою у сердца твоего и стучу, кто услышит и впустит меня, войду в него», я принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И вот в этот момент, когда я принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, во мне все изменилось. И во мне поселилась такая колоссальная любовь ко всем людям. А дух мой возрожденный дух, был восхищен на небо, и я, живя на земле в теле, я пребывал в Царстве Небесном, и это Царство Небесное было со мной на земле, и я знаю, что это такое, это когда у тебя такая любовь тебя распирает к людям, когда Бог исполняет все твои желания, которые ты даже не говоришь, да только подумал, Бог делает это чудо. Со мной такое было. Много чудес. Поэтому я знаю, что такое Царство Божие, пришедшее в силе на землю. Вот я это испытал. И это чудо делает Иисус. Когда ты принимаешь Христа, это значит, что ты получаешь допуск в Царство Божие. Христос назван в Библии дверью в Царство Небесное. «Я есть дверь овцам», говорит Христос. Итак, покаяние. Без покаяния, без сожаления о своих грехах, Бог не может дать вам вот Христа. Так, поэтому и пророк Илия, точнее Иоанн Креститель, который был в духе Ильи, поэтому проповедовал: покайтесь. Евреи знали, в отличие от меня, о Боге. Все евреи были верующими с детских лет. Их учили в бейт-кнессетах, в синагогах. Они учили Тору, они все прекрасно знали. Лучше, чем я. Но они жили греховной жизнью. Большинство из них жило греховной жизнью. И поэтому Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель, говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Но он не просто это говорил. Вы же понимаете, что можно просто сказать слова, а можно так сказать, что эти слова будут исполнены силой, такой силой, что никто им не сможет противиться. И это был тот случай, потому что мы читаем 5 стих. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходила к нему». Представляете, что это были за сила его слов, когда весь народ шел к нему. 4 стих. «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед.
То есть он вел отшельнический образ жизни совершенно. Считается, что Иоанн Креститель был забыл я, как называется вот эта секта, религиозная секта, которая скрывалась в пещерах в Мертвом море. Вот позабыл я. Вот он был из них. И вот Иерусалим и вся Иудея, вся окрестность Иорданской выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Вы понимаете, вот что значит крестились? Вот некоторых евреев отпугивает слово крестились. Креститься на самом деле от слова баптисту, погружение. Для евреев, греческое слово баптист, для евреев это был привычный обряд погружения в микву. Обряд очищения назывался, который евреи совершают ежедневно. Вот как они входят в синагогу, они погружаются в микву. Это ритуальное омовение, это не есть только плотской нечистоты омытия. Это именно ритуальное омовение, с этим омовением считается. Человек, погружаясь в микву, он очищается и духовно, душевно и духовно. Так что для евреев погружение в данном случае в Иордан не было каким-то новым. Это было понятное им действие, обряд очищения. И когда Иоанн Креститель говорил им «покайтесь», они тоже понимали, о чем речь. Они прекрасно понимали, о чем речь. «И крестились от него в Иордане», 6 стих, «исповедуя грехи свои». То есть они исповедовали то, что они согрешили. И вот это важно понимать, вот нам, христианам, важно понимать, что это не, не только тогда, что нам необходимо тоже периодически, время от времени, покаяние и исповедание. Ну, меня тогда при моем обращении в покаяние ввел сам Господь Бог. Ну а нам Дух Святой, христианам, повелевает, дает нам ощущение стыд какой-то, да, побуждение покаяния. Вот я помню, он меня, Дух Святой, побудил покаяться в том, что я пошутил неудачно. Буквально муки совести начали давить на меня, и я покаялся, я попросил прощения. Поэтому нам нужно понимать, что покаяние существует всегда. И нам всегда есть чем каяться. Другое дело, что иногда вот мы можем это превратить в так называемое ложное смиренномудрие, когда вот иногда ходят люди, бьют поклоны все время и каются, и читают эту молитву: «Боже, прости меня грешного, Иисусе Христе, Сына Божий, прости меня грешного». Это тоже неправильно, потому что каяться надо тогда, когда побуждает, когда тебя в покаяние вводит Дух Святой. Вот что нам нужно, это быть постоянно внимательным к тому, что нам говорит Господь. Чтобы не входить ни в самовольное служение, ни в самовольное смиренномудрие. Дух Святой повелевает каяться, кайся. Если не повелевает, не кайся. Но, с другой стороны, если ты не слушаешь Духа Святого, если ты его не слышишь, то лучше кайся. Кайся, потому что мы всегда согрешаем. Мы много согрешаем. Словами, мыслями своими. Ну и поступками бывает.
читаем дальше. «Крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение хиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира в корне, при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь“». О чем здесь говорит Иоанн Креститель? Вот многие фарисеи и саддукеи — это члены партии фарисеев и члены партии саддукеев, были две религиозные партии такие. Сейчас слово «фарисей» стало нарицательным и стало обозначать не члена религиозного направления, а символом лицемерия, когда человек говорит одно, а делает другое. Вот это об этом случае. Порождение хиднины, то есть обманщики, порождение змеи, да, порождение вот... Кто внушил вам бежать от будущего гнева? То есть когда человек живет в обмане, вообще, когда человек живет во грехах, евреи прекрасно понимают, что рано или поздно это закончится, и человек будет наказан. Помните, с чего мы начинали наш сегодняшний эфир? С грозных дней, Рош Хашана, Новый год, и Йом-Кипур, судный день. Грозные дни, дни трепета, когда человек ожидает суда от Всевышнего. Евреи прекрасно понимают, что за всякий грех они дадут отчет. Почему, собственно, необходимо покаяние? Чтобы Господь простил твои грехи, чтобы ты за них не заплатил болезнями, смертями, какими-то другими наказаниями. Всякий грех наказуем, друзья. Вот это есть основа веры. Вы должны это понимать. Без этого очень трудно дальше что-то понять. Плата за грех, пишет Библия, это смерть. Грех разделяет человека с Богом. Понимаете? Если человек верующий начинает грешить и не кается в этом, и наоборот коснеет в этом грехе, то есть продолжает пребывать долгое время, чем это заканчивается? Заканчивается тем, что в такого человека входит бес. Он становится одержимым. И он продолжает думать, что это Бог ему что-то говорит. На самом деле ему говорит бес. Вот нечто подобное, вот я знаю вот некоторых моих знакомых по группе «Во Христе», вот Оксана Шульгина, за которую я молился. Вот, и не только она, кстати, вот нечто подобное. Она свято верит в то, что через нее говорит Господь. А между тем, то дух этот, который она принимает за голос Божий, повелевает ей оскорблять других людей. Но это не может делать никак Господь, понимаете? Так вот, если человек вовремя не прободрствовал, а остается в своем грехе, продолжает грешить, то Господь отходит, и Господь допускает, что в него входит, в такого человека входит бес. И этих бесов есть огромное количество. На самом деле есть бесы лжи, дух обмана, бесы блуда. Если человек живет во блуде, не сомневайтесь, что в нем живет бес, если верующий живет во блуде. Дух бес алкоголизма, там, наркомании и так далее и тому подобное. Есть масса этих бесов, которые отвечают за грехи, которые фактически провоцируют человека на эти грехи и одерживают его, поселяются в нем, если человек клюет на провокацию и начинает грешить. И необходимо покаяние.
Мы все грешим, да, но человек согрешил, покаялся. Бог ему, как говорят в православии, отпустил этот грех, простил этот грех. Все. Но если человек продолжает грешить и не кается, то, естественно, этот грех остается на нем. И чем дальше, тем больше. Он начинает приносить свой горький плод. И в конечном итоге такого человека ожидает смерть. Плата за грех – смерть. Многие умерли от наркомании. Я видел, как наркотики убивают людей. Я видел, как людей убивает алкоголизм. Я видел, как людей убивает насилие, бандитизм. Ну, как правило, вот эти братки, они же не доживают до старости. Они не умирают, что называется, своей смертью. Греховный образ жизни их доводит до такого состояния. Поэтому всякий грех, друзья, наказуем. И это есть основа, элементарная основа познания. Знать об этом должен каждый. Потому что без этого человек не понимает, от чего ему нужно спасение. Некоторые живут во грехе и не ведают о том. И когда им начинаешь рассказывать о том, что тебе нужен спаситель, они говорят: а зачем мне спаситель? А я что? Я не грешу. То есть они не понимают, что такое грех. Они думают, это что-то такое серьезное, там убил человека, может быть. Это тоже грех. Но на самом деле грехом по Библии, по Новому Завету, являются даже нечистые мысли. Понимаете? Пустые, то есть праздные слова. И за все это надо каяться. Каяться – это значит признать перед Господом, что это грех, захотеть исправиться, попросить у Него помощи в исправлении. А не так, чтобы покаялся, а потом завтра опять грешишь. Нет, ты должен бороться с грехом. Да. Итак, покаяние. Иоанн Креститель ведет свою проповедь в пустыне у реки Иордан, и к нему собирается весь Иерусалим и вся Иудея. Вся окрестность Иорданская выходит к нему. И он предостерегает фарисеев: вы лицемеры, принесите достойный плод покаяния, то есть перестаньте вести ваш лицемерный образ жизни, говорить одно, делать другое. Исправьтесь, сотворите достойный плод покаяния. А не так, чтобы внешне покаяться, а завтра продолжать жить так, как вы жили. Это не прокатит. Вы должны измениться. Вот что имеет в виду Иоанн Креститель. И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих сделать, воздвигнуть детей Авраам. Так что понимаете, как много фарисеев в иудаизме, так много фарисеев сейчас и в христианстве, которые не каются, которые живут лицемерной жизнью, считают, что у них все в порядке, а на самом деле они не слышат Бога. А почему они не слышат Бога? А потому что они, сердце нечистое, грехи разделяют человека. Понимаете? И вот человек очень просто становится лицемером. Он был верующим, он продолжает думать, что он верующий, в то время как он уже давно отошел от Бога, живет своей жизнью. Он говорит, что он верующий, он периодически ходит в церковь. Вот это фарисейство. Но он не ведет духовной жизни с Богом, у него нет отношений с Богом. Он не слышит Бога, понимаете, друзья? И вот таким говорит Иоанн Креститель. Не думайте бежать от будущего гнева, потому что вас за это обязательно накажет Бог. Сотворите достойный плод покаяния, пересмотрите свою жизнь.
исправьте пути свои. Вот уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, которое, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. Это духовный закон, друзья. Тот человек, который не делает добра в этом мире, его срубают и бросают в огонь. Он бесполезен для Бога. Вот почему сказано, вера без дел мертва, да? Если ваша вера не приводит к добрым делам, то она мертвая. И вы обманываете себя, и я обманываю себя, если я так себя веду. Вера побуждает, Бог побуждает человека приносить добрые плоды, то же самое, как Бог побуждает яблоню или грушу приносить плоды, фрукты. То же самое. Бог сотворил нас на добрые дела. Поэтому для того, чтобы вернуть человека на праведный путь, вышел Иоанн, предтеча Иоанн Креститель, с проповедью «Покайтесь, принесите достойный плод покаяния, восстановите добрые отношения с Богом, и Бог будет вам давать такую веру, которая будет творить вас, вести вас на доброе, подталкивать вас к добрым делам». Вот так, вот такая цепочка. Поэтому человек, живущий без Бога и живущий без совести, не по совести, он не творит добрые дела, он творит злые дела. «Я крещу вас, — говорит Иоанн Креститель, — в воде в покаяние, но идущий за мною, — он имеет в виду Иисуса Христа, Машиаха, — сильнее меня, и я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Лопата, которая развеивает пшеницу. Видите, вот в этих коротких строчках «лопата его в руке его», «он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым», сфокусирована вся квинтэссенция этого мира. Бог сотворил человека для того, чтобы человек делал добрые дела. Если человек отходит от Бога, он не может делать добрые дела. Он умрет, он будет соломой, сожженной огнем неугасимым. Бог дает Спасителя в этот мир, который очищает гумно свое, который собирает пшеницу всех тех, кто делает добрые дела, свою житницу, который отделяет одних от других, овец от козлов, пшеницу от плевел, сжигает плевела, сжигает солому, а пшеницу дает на размножение, на хлеб, на духовный хлеб. Вот это образ того, что происходит в мире. Вот если вы будете смотреть через эту притчу на мир, вы увидите духовный смысл. Бог призывает человека для того, чтобы сделать из него пшеницу, свой хлеб, дать ему свое слово, сделать его провозвестником своего слова, то есть стать пшеницей, приносящей плод, урожай. Если этого не происходит, человек становится соломой, половой, сорняком, терниями. Григорий спрашивает, как вчерашняя поездка, отдохнул. Да, слава Богу, спасибо. Спасибо, Григорий. Продолжим. Так. Тогда, 13 стих, «тогда приходит Иисус из Галилеи
на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се, отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, на Христа. И се, глас с небес глаголящий: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Может возникнуть вопрос, для чего Иисус крестился у Иоанна Крестителя, если Иисус был больше, как ему сказал об этом самый Иоанн: «Мне надо накреститься от тебя». Для чего? Потому что меньше получает как бы благословение от большего, да? По логике. Но Иисус говорит: так надлежит исполнить нам всякую правду. О какой правде говорит Иисус? Во-первых, понимаете, так было написано в Ветхом Завете, что предтеча, вот то, что мы читали, пророка Исаии: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». То, что знают евреи, перед пришествием Мессии, Машеха, должен прийти Илия, пророк Илия. То есть Иисус должен был исполнить это слово. Это очень важный момент, друзья. Почему? Потому что на самом деле в истории евреев было огромное количество лже-мессий, лже-христов. Ну, в частности, вот самый известный случай расскажу. Был такой лже-Христос, ну что такое? Вот вылетели все имена у меня вылетели. Вот все время помнил, а тут забыл. Который поднял Израиль на войну с Римом. И израильтяне поверили ему как мессии, потому что сами мудрецы Торы, авторитетные люди, говорили, что вот это мессия. Вот это мессия. Он поднял людей на войну с Римом, и восстание потерпело поражение. Люди поверили ему как мессии, а он оказался лже-мессией, лже-христом. И таких людей, таких лже-мессий было огромное количество в иудаизме и в христианстве. Ну, в христианстве я могу привести пример. Вот помните, Мария Деви Христос, одна моя знакомая была в этой секте, и чуть ли и с ума не сошла. Пошла за лже-мессией. Белое братство, так называемое. Ну и в протестантских общинах много лже-мессий, лже-христов, которые учат не тому, чему на самом деле учил Христос. И сбивает людей с пути истинного. И люди им верят, потому что за ними стоит сила нечистого духа, у которого тоже есть сила. Зло имеет силу, друзья. А Иисус должен был, его должны были узнать как истинного Машиаха. Вот по этим приметам, что перед ним должен пойти предтеча, что он перед предтечей должен принять от него как бы преемственность
Понимаете, есть ряд критериев, по которым мы можем узнавать и Христа, и Христовых. Вот один из таких критериев, которые помогают мне узнавать антихристов, лжехристов, это верность Слову Божьему. То есть Христос не может не делать, не говорить того, что идет против Библии. В данном случае, когда пришел Христос, у них была уже Библия, у них был Танах, Ветхий Завет. У них была Тора, Пятикнижие, у них были Ктувим, Писание, и Навиим, и пророки. То есть Ветхий Завет у них был. И они сверяли, евреи сверяли, узнавали Машиаха, Мессию по исполнению. Ну, большинство народа верили в Мессию, потому что они недостаточно хорошо знали эти пророчества. Но они были. Бог позаботился об этом. Поэтому Иисус говорит, надлежит исполниться всякой правде. Потому что я крещусь у тебя, люди узнают, что я истинный Мессия. Я как бы продолжаю речь Христа. Они узнают, что я есть истинный Мессия. Поэтому больше крестился у меньшего. Поэтому сначала идет Ветхий Завет, а потом Новый. Поэтому сначала идет закон, а потом его исполнение. И когда Иисус исполнил всякую правду, крестился, так как того хотел Бог у Иоанна Крестителя, так как написано в Танахе, у пророка Иоанна, Исаии, когда Иисус это сделал, и Бог, се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И Иисус тогда же был крещен Духом Святым, то есть погружен в Дух Святой, в эту силу. Хотя, конечно, Дух Святой был во Христе с самого начала, потому что он был зачат от Духа Святого, как мы читали. Об этом в предыдущей главе. Но тут он еще получил силу, дополнительную силу для служения. И се глас небес глаголящий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. А какое благоволение? Функция, задача, функция Христа – быть Спасителем, быть Машиахом, чтобы все люди пришли к Нему и приняли от Него дар спасения. Что такое дар спасения? Это значит, приняли жертву Христа за качество искупления за свои грехи. Верующий во Христа Бог, почему он не приходит на суд? Потому что Бог через Христа уже разобрался с его грехами. Жертва искупления принесена. Понимаете? Уже принесена. Поэтому, если человек пребывает в мире с Богом, не грешит. Вот смотрите, вот некоторые путают этот момент. Ты пришел ко Христу, ты уверовал в Него. Это значит, что Бог простил все твои грехи через твою веру в искупительную жертву. Бог простил все твои грехи. Вот в этот момент, если ты умираешь, ты отправляешься прямо к Богу. Разбойник на кресте попросил: «Господи, помяни меня в Царстве Своем». Бог ему простил грехи. Но если ты продолжаешь жить дальше, то ты, естественно, продолжаешь грешить. Несмотря на то, что ты очищен от греха. Почему? Потому что мы живем, во-первых, в грешном мире, соприкасаемся с ним.
в нас входит информация грешная, ложь. Все. И во-вторых, Бог искупает наш дух и нашу душу. Бог не искупает наше тело. Тела наши еще не искуплены. В телах наших на генном уровне еще лежат вот эти склонность к греху. Первородный грех. Если бы Бог искупил нас от этого первородного греха, то мы бы уже не умирали. Понимаете, друзья? Но мы умираем. Это значит, в нас, в наших телах, есть программа смерти. И как сказал один человек, мы все медленно идем на кладбище. Искуплена только наш дух и наша душа. Вернее, душа находится в процессе очищения, освящения и спасения. Умираешь сразу, твоя душа очищена. Продолжаешь жить, живи жизнью очищения, жизнью освящения души, жизнью спасения души. Продолжай свою душу постепенно подчинять Богу. Умирая для себя, до жизни для себя, убивая в себе этот эгоизм, для того, чтобы в тебе жил Бог. Вот так это происходит. Поэтому покаяние остается для нас в силе. Мы живем в этом мире, и мы каемся, и мы грешим. Никто не может не грешить, потому что написано так, кто говорит, что он без греха, тот лжец. Но если мы пребываем все время с Богом, все время ходим по духу, тогда мы не грешим. Но кто из вас все время с Богом, все время ходит по духу? И никакая левая мысль нечистая его не касается. Кто? Нету таких. Ну, нету таких людей, которые, в которых даже грязная мысль бы не залетала. Это огромный труд на самом деле. Это освящение души, это надо полностью сораспяться Христу. Тогда ты уже не будешь грешить, возможно. Понимаете? Это нужно полностью обновить свой разум, разумом Христовым. Поэтому мы грешим, пока мы не пришли к этому, мы грешим, естественно. А раз мы грешим, значит, мы должны каяться. И проверять себя, испытывать, вере ли мы находимся. Не завалили ли наши грехи нас, не загромоздили бы, и мы слышим еще Бога. Не попали ли мы в какую-то халепу, в какое-то обольщение, в какое-то заблуждение. Это все насущные вопросы. Хорошо, друзья, я уже слишком увлекся, мы уже 2 часа где-то в эфире. Пора заканчивать. Я благодарю вас за то, что вы были со мной, участвовали. Благословит вас Господь и даст вам мир, радость и праведность и силу. И силу вести жизнь святую, искать Царство Божье. Потому что мы не можем даже это без Бога. Силу приближения к Богу. Ночь притаилась за окном, туман рассорился с дождем. Беспробудный вечер, о чем-то дальнем и земном, о чем-то близком и родном, сгорая, плачут свечи.
чем-то дальнем и земном, о чем-то близком и родном, сгорая, плачут свечи. Казалось, плакать ни о чем. Под вечер, иногда под вечер ты вдруг садишься за рояль, снимаешь с клавиши вуаль и зажигаешь свечи. Ты вдруг садишься за рояль, снимаешь с клавиши зажигаешь свечи, и свечи плачут за людей, кто тише плачет, но сильней, и утешить горячих слез не успеваю, но очень важно для меня, что не боюсь воск огня, что свечи тают за меня, что свечи плачут, и очень важно для меня, что мне боится воск огня, что свечи плачут за меня, что свечи плачут. Слез не успеваю, и очень важно для меня, что не боится воск огня, что свечи тают для меня, что свечи тают. Ну, друзья, на этом я заканчиваю сегодня. Благословит вас Господь, благословит вас и ваши семьи. Лидия, напишите, как ваши дела, напишите в личку, может быть, как ситуация на фронтах. Благословение вам.